собирается здесь, на чемпионате России. Каким блестящим зрелищем мог бы быть этот чемпионат при должном рвении. Но, впрочем, сегодня у нас здесь полные трибуны. Несмотря на то, что сейчас всего лишь половина пятого по московскому времени, а день, как известно, рабочий. Сейчас у нас на льду Екатерина Рязанова и Илья Ткаченко. Екатерина Рязанова и Илья Ткаченко получили на этих соревнованиях бронзовую медаль. Рязанова и Ткаченко в прошлом году на чемпионате России были вторыми.